Прошу. Прошу. А что ты за мной отбираешь? Начинай. Если я тебя кину Айджастом, ты кинешь мне Айджастом? Если я тебя кину Айджастом, ты меня не кинешь Айджастом, потому что у меня куча Айджастом. Подожди, подожди. Мне надо, чтобы повторить, как ты делаешь вот так еще свиститься. Меня вообще видно? Вот так и начинаем обзор. Всем привет, с вами Маша и сегодня у меня на обзоре iJust 4. В общем, сегодня я подготовила очень-очень много старых iJust'ов, новый iJust, и буду их вам показывать, сравнивать и, естественно, рассказывать о новых характеристиках, которые присущи исключительно четвертому iJust'у. Да, конечно, я хотела отдать этот обзор Юле, но я подумала, возможно, просмотров я соберу больше, получу зарплату больше, хотя просмотр на зарплате не сказывается. Ну, в общем, я подумала, раз уж я снимала обзоры на все остальные айджасты, то и новиночку оставлю себе. Она вообще-то на ECM Юле снимала, 100%. Единственное, на что снимала Юля, это iJust ECM, в котором не было абсолютно ничего инновационного. Обзор можете посмотреть здесь, хотя не смотрите. Смотрите лучше этот обзор, потому что этот уже устарел. Последним iJust'ом до этого был iJust 21700, главной фишкой которого был съемный аккумулятор. Есть ли такая фишка в новом iJust'е? Нет. Но зато появилась фишка, которая была еще в первом iJust'е. И это регулировка мощности. Да, теперь здесь можно выставлять мощность, можно ее регулировать. Нажатием пальца позже буду об этом рассказывать. Давай сразу. Зачем два раза-то? Регулировка мощности здесь осуществляется с 30 до 75 Вт. Нажимаете один раз на центральную кнопочку, и маленький зеленый светодиод отображает, какую мощность вы выбрали. Регулировка проходит не по 1 Вт, а по 5 Вт. В общем, все здорово. Все очень просто и все очень наглядно. И, кстати, важное дополнение, помимо регулировки мощности, здесь есть блокировка мощности. То есть, когда устройство у вас стоит на столе, хотя здесь кнопочка утоплена в корпус и на столе, в принципе, она не нажмется. Но, допустим, вы положили устройство в карман, в портфель, и чтобы мощность не сбивалась, нужно 3 раза нажать на кнопку Fire. То есть, именно на Fire, не на вот эту центральную кнопочку, а на Fire. Нажимаем 3 раза. И мощность остается именно такой, которой мы ее выбрали. А, ну и думаю, вы понимаете, что если даже выбрать максимальную мощность, а у вас будет разряжаться аккумулятор, то мощность по мере разрядки аккумулятора также будет постепенно понижаться. То есть, я думаю, вы это понимаете. В принципе, для iJust'ов это логично. Также крутая фишка, которая здесь появилась, это порт Type-C. Теперь здесь есть быстрая зарядка током 2 ампера, которая заряжает устройство, ну, где-то за полтора часа с копейками. В общем, это тоже очень круто, и даже становится не так страшно, что здесь встроенный аккумулятор. Тем более он составляет 3000 мАч, чего хватает, ну, где-то чуть более чем на полдня активного парения, потому что у меня здесь встроены самые свободные испарители, я выставляю самую максимальную мощность и парю прям очень-очень активно. А еще устройство очень-очень прожорливое, то есть я залила бачок буквально перед самым обзором, то есть долила его до максимума, и вот пока я снимаю первый дубль с небольшими перерывчиками, у меня уже где-то половина ушла, так что будьте готовы, запасайтесь вкусной жидкостью, заправлять бачок придется часто. Миха, все, хватит, парень. И, наверное, все ценители семейства iJust'ов, ну или хотя бы кто пользовался iJust'ами, спросят меня, что же здесь с кнопкой? А в прошлых обзорах мы разбирали iJust 3, iJust 21700, и если в третьем, в последних ревизиях все было достаточно плохо, кнопка могла провалиться в корпус, то в 21700 кнопка была уже усиленная, она была на пластиковой пластине, то есть чтобы она в корпус не проваливалась. И здесь, по ощущениям, кнопка опять же усиленная, потому что нажимается она более приятно, чем в предыдущих версиях. Да, она все такая же пластиковая, но при этом она большая, массивная, имеет такой четкий, четче, чем в предыдущих версиях, ход. Вот послушайте, как она нажимается. То есть прям такой четкий отклик, приятно она ощущается, она здесь достаточно большая, так что вы не промахнетесь. И из корпуса она не так сильно выпирает, как в предыдущих версиях. Поэтому если iJust как-то у вас упадет,
то кнопка при этом, я думаю, не повредится. В отличие от Bubble колбы. Хотя у меня он уже падал пару раз вот так на стол, и колба вроде как тоже жива. Слава богу. Ну и, кстати, сразу, насколько шустро он работает. Включаем. При первой затяжке есть небольшие задержки, а при последующих практически моментально. Для стартового набора... Бачок здесь по-прежнему ела дура, то есть никаких инновационных решений, просто завезли моторчик. То есть здесь используются теперь испарители с моторчиком, которые использовались в Елиф Ротор. Это был бачок, я на него, кстати, тоже делала обзор. Я с ним после обзора походила какое-то время и разобралась, за что все-таки отвечает этот моторчик. Нет, он не отвечает за то, чтобы воздух как-то равномерно обдувал сетку изнутри или позволял добиваться большего количества пара, большего количества вкуса. Нет, он отвечает за меньшее количество конденсата, что весьма важно, особенно для тех людей, которые пользовались вторым iJustом, iJustом S, и иногда, наклоняя устройство после активного использования, могли просто наблюдать, как струя конденсата стекает из устройства, что, в принципе, тоже на устройстве самому плохо сказывалось, если особенно попадало в кнопку. Здесь конденсата практически нет, то есть если парить устройство весь день, то конденсата будет там маленькая-маленькая капелька, но никак не вот такой вот ручей, поток и что-то струящееся у вас неприятное по рукам. В остальном бак ела как ела, он не текущий за счет переработанных испарителей, он вкусный, опять же, за счет тех же самых испарителей. Он имеет исключительно свободную затяжку, то есть возможности выставить тугую затяжку. Да, она есть, но лучше не стоит, потому что испарители здесь под тугую затяжку не предназначенная. Он обладает, опять же, максимально простой системой заправки. Просто сдвигаете крышечку в бок, заливаете жидкость и закрываете крышечку. Такая система может со временем разболтаться, расшататься. К сожалению, это никак здесь не доработано, поэтому рекомендую, если вы укладываете устройство, опять же, в карман или в сумочку, укладывайте его аккуратно, потому что у меня бывало такое, что пару раз крышечка щелкнула, и все, что было в сумочке, залилась вкусной жидкостью. Даже несмотря на защитную мембрану, которая есть в комплекте, но устанавливать ее мне, честно говоря, не хочется. Ну а теперь обещанное сравнение. Сравнивать я его буду с предыдущим iJustом 3 и последним iJustом 21700. ECM трогать не буду, потому что мне там не особо понравилась кнопка, и он такой, скажем, промежуточный этап между iJustами. Итак, давайте для начала сравним их по размерам. Он идет абсолютно вровень по размерам с iJustом 21700, то есть в том был сменный аккумулятор, в этом аккумулятор встроенный, но из-за того, что здесь есть плата, здесь доработана зарядка, то есть теперь здесь не просто порт microUSB, здесь теперь Type-C, все это занимает чуть больше места, и поэтому iJust тоже получился чуть более массивный и по размерам как 21700. iJust 3 чуть-чуть поменьше их, но, в принципе, там нет каких-то прикольных, крутых наворотов, типа платы и, опять же, съемного аккумулятора. По дизайну, возможно, кто-то скажет, что они выглядят абсолютно по-разному, что они кардинально отличаются, там, не знаю, колбой, кнопкой, но для меня они все выглядят одинаково. Ну, да, немножечко разные зигзаги, да, немножечко там разные кнопки. Здесь кнопка в виде шестиугольника, здесь кнопка тоже в виде такой трехсторонней крестовины, здесь кнопка в виде... Нет, это не ромб. Трехсторонняя крестовина! Ой, здесь кнопка попроще, здесь она в виде овальчика, что, в принципе, привычно в форме нашего пальца и большого, и указательного. Но в остальном, ну, да, они у меня здесь отличаются по цвету, я еще не дельтоник, чтобы, как бы, перепутать фиолетовый с черным и с радужным, но если бы мне поставили, там, не знаю, три радужных последних четвертых iJust, один из них был бы iJust 21700, другой iJust 3, третий iJust ECM с Bubble колбой, я бы их просто не различила. Тут даже колбы совместимы, потому что это, в принципе, один и тот же бачок. И поэтому, если бы я покупала себе iJust 4, я бы дозаказала колбу от iJust 21700, потому что она тут как-то поинтереснее. Ну и последнее, что мне бы хотелось проверить, это работа. То есть, как быстро все тут жарит, парит, свистит и пердит. А Елифы мне сказали, что они здесь немножечко допилили плату, поэтому она стала быстрее, поэтому давайте проверим. Это у нас iJust 3, iJust 4 и... Это у нас iJust 21700.
может быть, какие-то отличия в платье и есть, но, честно говоря, для стартовых наборов здесь все плюс-минус одинаково. Быстрый отклик, в меру быстрый отклик, и повторюсь, что у меня здесь все одинаково заряжено, у меня здесь одинаковые испарители, поэтому вот такие результаты. Давайте это запикаем. Какие выводы? Достойное ли устройство iJazz 4? Да, определенно устройство достойное. Особенно если вам есть где позарядить устройство в течение дня. Ну, если вы любите прям активно парить. Если вы парите не так активно, то и подзарядка, и то, что здесь встроенный аккумулятор, не будут такими критичными вопросами. Если вам нужно устройство со съемным аккумулятором, вы хотите его в течение дня не подзаряжать, с собой носите парочку аккумуляторов, то приобретайте iJazz 21700. Если вам не хочется заморачиваться ни с настройками мощности, ни с покупкой дополнительных аккумуляторов, то ваш выбор – это iJazz 3. Просто заливаете жидкость, ждете и начинаете парить. Никаких заморочек, все максимально просто и максимально удобно. В принципе, по моему мнению, так же и во всех других iJazz'ах. Но в целом iJazz 4 сохранил всю ту же фишку, которая присуща всем iJazz'ам, то есть максимальную простоту. Залили жидкость и в путь. И то, что здесь появились регулировки мощности, в принципе, не делает его более сложным устройством. Наоборот, вы теперь можете попробовать всю линейку испарителя HV, но при этом выбирая мощность, которая вам больше под испаритель подходит. Хотите маленькую мощность и поменьше пара? Выставляйте маленькую мощность. Хотите побольше пара и самые свободные испарители? Выставляйте максимальную мощность. В общем, устройство однозначно интересное. Спасибо, Элив, за то, что прислали нам первыми устройство на обзор. И пусть наш обзор вышел не первым, мы просто выполняли обязательство перед Елифом не выпускать обзор раньше определенной даты. Поэтому мы свои обязательства выполнили. Спасибо, Элив. И на этом, наверное, все. Не забывайте писать в комментариях, что вы думаете про новый iJazz. Не забывайте про наш магазин. И не забывайте про скидочный купон специально от меня. Он будет прикреплен в описании. Все. Всем пока. Что звук? Пока. Чуть слово не снесла.